Ну и всем привет, с вами Раша 125, и это продолжение прохождения Фасмофобии. И, короче, сегодня я позвал еще одного друга, теперь мы будем играть втроем в Фасмофобию, так что будет страшнее или не страшнее, вы узнаете. А, ну у нас есть... А, блин, нету. В смысле не... А, да, блин. Загрузись, загрузись, Загрузи. Ну нет. загрузись, Я не верю. загрузись. Да нет. Для пояснения, у него не такой уж и мощный ПК, так что у него довольно долго грузилось или вовсе вылетал. О, загрузился. О. Так, я беру самый мощный фонарик, потому что он мой. Рассудок. Рассудка нужно достигнуть. Блин, нам сложнее это будет использовать. МП и благовение. Давайте я с благовением. Так, ты, значит, зажигалку. Зажигалку, благовение и фонарик. Да. Вась, бери фонарик. Я МИ. Я МИ беру. Возьми фонарик, потом... Фонарик уже взял. И всё взял. Возьми, наверное, камеру, вот эту камеру. У нас есть. Видеонаблюдение. У нас и есть второй ультрафиолетовый не брать. И вот это раз... Чего ты? Чё ты потратил благовение? А, нет. У нас есть второе благовение, круто. Да, я взял на всякий случай. Возьмите... Вась, у возьми меня фонарик МИ и... Чё за... А это зачем? Не, МП не бери, МП а, не у бери. Тебя есть? Да. А, ну... Возьми вот этот крест и... И лучше всего камеру вот эту. Крест... Так у меня камера есть. Не, фонарик, крест и камера. Вот эти три предмета возьми. Ну да, фонарик, крест и камера. А камера... Не, камеру, которая есть, не а фотоет, крест зачем? Камера, которая не фотоет, а вот эта камера вот эта. Но снимает, я знаю. А крест зачем? Тут останавливать не надо крестом. Ну, пофиг, он а чё? Агрессировать не чё будет хочешь, сначала. Хочешь умереть? То он сначала не будет агрессировать так рано. Включаем везде свет, включаем везде свет. Фига. Зачем? Чтобы генераторы сразу? Да. Пришлось. Офига, да. А температуру штуку я взяли взял, кто-то? Взял. Посмотри где. А там всегда сначала не работает с первого раза. Там надо ждать как-то. Так, везде включаем свет, потому что я могу. Открываем сразу, чтобы прятаться можно было как. Второй лежат эти. Где? Где? Понятно. Зачем. Где? Понял. Реально карты Таро. Надо сфотать. Или где он обитает, и тогда я... О, кость. О, тут кость. Кость. Okay. И... Люди! Люди, люди, идите ко мне. У меня тут... Кажись, я нашел комнату. Где? Чё? Пошло в жопу. Что он там? Идите сюда, я понял, где он обитает. Шкаф открыл? В этой комнате. Он уронил игрушку передо мной. Офигенно. Ну, значит, стал свидетелем паранормальный. Во. Вот я... это, кстати, паранормальный. МП3, МП3, МП3. МП5, МП5, блин, МП5! Это было очень быстро. Так. Давайте. А там указан был возраст, кто это? Он написал, он написал, он написал, написал! Он сразу он же написал. Рисует. Он здесь, в этой комнате. Ты хреново рисуешь, чел. Уходим нафиг. Стойте, уходим нафиг. Да я камеру не поставил нормально теперь. Ой, ну нафиг, нафиг. Так, в доказательство также надо... Да что у меня с голосом? Записи в блокноте. Хриплый. Понял. Так, либо дух, либо тень, либо мюллинг. Доказательство. А распятие вы взяли? Распятие вы взяли? У меня есть. Вот. Давайте в этой комнате. Закрываем дверь. Как его там звали? Вильям... Вильям Вайл. Вильям Вайл. Вильям Вайл. У меня есть, если Вайл, что, распятие. Как там надо? Распятие кидают или что? А я сам не знаю. Сам не слышали? Нет. Он рыгнул. А, кстати, да-да-да. Вильям Вайл. Дай нам знак. Вильям Вайл, Вильям Вайл. Чего? О, он говорит через... Атак, он сказал. Он сейчас... Атак, атак, он сейчас... А, он сейчас пойдет. Да. Нам жопу сейчас. Я пошу Машу. Вильям. Да он там Это не через. Да, это не через аудиозапись. Выключи аудиозапись. По-моему, через это. Хватит аудиозапись. Да, он через это. Да, аудиозапись. Да, аудиозапись. Это значит аудиозапись. Вильям. Может тушуешь и уйдем? Это дух, это дух, это дух. Уходим нафиг. А не, нам нужен рассудок, рассудок нужен, рассудок. Мячик? Слушай, нет. Дай мне МП. Там еще одно лежало, надо было брать. Распятие, распятие, распятие. А, он идет, он идет. Распятие берите, распятие. Оно у меня. Готовься. Да оно у меня. Я испугался нафиг.
Благовоние есть у кого-то, или вы его не взяли? Я могу сходить. Так оно не... Оно помогает? Так дайте благовоние, скотина. Я могу сходить. Да, оно помогает, он остается на месте на время. Давайте я схожу. Не, давайте я не пойду. Давайте я не пойду. Давайте я не пойду. Есть отпечатки. Открою на распашку, пошел ты. Давайте, за благовением. А, ну. Фу. Фу. Если честно, я испугался, когда он лапочку сломал. Я тоже, блин. Что вы так сыкуете? Блин, потому что да. Страшно. Так, я беру благовение. Все, я взял благовение и зажигалку беру. Все, я, если что, я наготове. На мне кажется, это благовоние, а не благовение. Благовоние, да. Все. Идем, идем. На соли. Не, это да, нормально, соль, это нормально. Он тут ходит. Тут давайте быстрее в ту печатку. Комнату, быстрее в комнату. Тут жестко прям фигачит. Да. Жопа. Опа, а вот он. Пришел. Он у меня. Все, пока, нас. Пока, пока. Все, Саша умер. А нет, я живой. Я живой. Ты живой? Как? Я не знаю. Ты ушел из дома просто. Я благовение кинул. Он из дома вышел. Я благовоние кинул. Может, это мой крест сработал или ты из дома ушел просто? Нет, я был прям внутри дома. Отсюда все равно на нас. Просто понимаешь, да я кинул благовоние, но еще не успел зажечь. Почему нормальный к нам призрак вообще давайте, в упор подошел? Давайте, давайте просто идемте в ту комнату, и если что, вот если у нас начнется охота, я зажгу благовоние, и все, и крест, и все, и прекрасно. И ждем. Ты успеешь зажечь его? Да, да, я буду смотреть, если что, скажите, если он пойдет, и я просто сделаю. Подожди. Вильям Вайт. Почему у меня крест? Крест активирован! Он сломанный! Он сломан, у меня крест офигенно. Сломался. Че, уходим? Ой. Все, уходим отсюда. Крест сломан, уже смысла нет. Уходим нафиг. Крест сломанный у меня, возьмите. Покажи. Тут сжён. А, реально? Я вижу. А, ема. Ну вот. Вот тут валяется у меня, видите? Ага. На нем ага. Тлен. Покайся. Все, уезжаем. Вещи, да. Дух отметили все, надеюсь. Да, дух. Но у меня отмечен дух. Да, дух, все. Ну что, надеемся? Духи. И дух, да, nice. $50. Туда. Так, всем благовение, средний рассудок опять. Благовение, и благовение. Ну, я беру благовение. Я взял МП взял. Благовоние убил. Я хочу камеру взять. Давай, поставим камеру. Эпит. Дай нам знак. О. Дай нам знак. Дощечка для резки у меня запаковалась. О, люди. Че? Температура 0,2 тут. 4,8. Значит тут. О, гараж, это гараж, это счетчик гараж. Счетчик паранормальности. Это мелкий! Он идет, это идет. Мелкий! Он передо мной прошел! Крест, я что-то. Зажигаю! Зажег. Да нет. Нормально. Вот тут нет. Знаете. Чел, ты что, крест... понимал? Люди. Пойдемте. Люди. Короче, это мелкий чувачок, прям дитя, он за мной побежал нафиг передо мной. Он, короче, у него ноги есть? Да, он в гараже, он в гараже. Блин. Ладно, вторая попытка. Нет, не говорю, надо в гараже, надо в гараже. Значит, я просто иду в гараж и сжигаю топ. Давай. Ну просто пойдем в гараже. Потому что он, ну там на меня он отреагировал. Прям. Саша, возьми себе раз 5. А, ну, все. Ну, по-хорошему, да, надо было взять. Он прям вот здесь. Все, мне зажигать? Он здесь был, вот здесь он передо мной вот здесь пробежал. А счетчик паранормальности. Вот смотри. Я сюда прям. Поехали. Ой, блин. Опа. А, он 5. Уже пришел. Опа. МП4, МП. Блин, я не заметил. МП5 или МП4? МП5. Да. Короче, температура и МП5. Так, МП5. А температура что? Так, ну одно задание должно быть. Температура низкая. Нет, ты она. Что там смотрел? Она низкая, но не там минус. Погодите, сейчас пойду. Хочу сфотать. Фак. О, мигает. Он за... вообще... Нам жопа, Вась. Вась, нам жопа. Прощай. Вон он. Я его сфотал. Нам жопа. Нам жопа. Бегай. Нам жопа. Алло. Живы.
Живы, мы живы. У нас камера заключила. А, понятно. Умер. А, понял. Ну, да, все, давай домой. Нафиг надо. Что делать? Так, стой, давай сопоставим факты. Ну, мы сделали все задания три. Надо определить тип только. У меня ноль. У меня ноль. Ты самый тупой. Да, я заметил. Истории. Так, давай подумаем. ИОМП, скорее всего, 5, потому что оно все время было четвертым уровнем. Ну, это не факт, там... это не факт. Давай прочитаем про всех. Смотри, Банша. Хорош. Блин, у меня уже в минус сейчас пойдет. Ладно, короче, ставим Рейдзю. Став... я да, уже ставь Рейдзю. Ставь Рейдзю. Все, давай. Ставил? Да, все. Все, Антон, готовься, скоро все завершится. Да. Слушай, мы если все едем. Правильно, я буду в шоке, у нас... мы все выполнили. Это Бэка. Но не Рейдзю. Да. Но за страховку мне 25 дали. У меня это АБЭКа? Это АБЭКа. АБЭКа? 5-5-5. Я сфотографировал, ценой своей жизни сфотографировал. Да, кстати. А если что, смотри. Я пойду ставь. Камеру возьму, которая фоткает, и ага. Камеру, которая короче, записывает. Нам надо МП, потом средний уровень рассудка, опять 25, и стать свидетелем паранормального явления. Идемте. Я взял, короче, дневник... Вы ЕМП взяли обычный? ЕМП взял, ЕМП да. взял. Термометр фонарик кто-нибудь возьмите. И фонарик, а термометр? Да, возьми термометр. Так, идемте опять. Ну слушайте, прошлый призрак был, да. Ну типа представьте. Тут двери закрыты. А это нормально. А ты что думал? Идемте, свет включай. Так раньше были открыты. А они что, раньше их открывали просто. Пошлите в подвал. Да, в подвале. Надо проверить. Включайте свет, включайте свет. Стоп, а где? Куда я зашел? А, вот. Идем. Пока что очень даже нормально. 20 градусов вообще. Я в подвале проверю на код. Тут 12. Мне ванна никогда не нравится. Это чё? А, ничего. 15. О! Чё? Люди, у меня тут что-то происходит. Что? У меня банки падают. Что? Банки падают. Банки? Паранормальные. У меня какие-то... Возможно, это полтергейст, потому что это, по-моему, единственный призрак, который... С не, предметами. Вроде как есть ещё кто-то, который... Ты слышишь? ...взаимодействовать с предметами. Да, я слышу. Ох, ребят. Не знаю, посмотрим. Это я иду. Да нет, там дыхание. Ну-ка, давайте так в трейлер. Согласен. Люди, где вы? В коридоре. Джон. Да Томпсон. Блин, ты в рацию говори, а не орит там. Я был вообще а, не помню. Извиняюсь. Джон Томпсон. А что за дневник? Это кто поставил? Это я поставил. Ой, жопа. Сань, может. А вот и он. А вот и он. Кого забрали? На комос. Кого забрали? Никого, нормально. Бежим. Я крест взял. Бежим нафиг. Охренеть. Крест сломан? Не, у меня норм. Но он почему-то... А, значит... Почему-то он ушел. Странный какой. Выполнилось два квеста. Так, осталось достичь эту штуку. МП и стать свидетелем. Надо понять, короче. Но у нас никаких доказательств еще нету. Я даже не знаю, где камеру можно поставить. А я даже не знаю, какой МП был, потому что я не помню. Джон Томпсон. Джон Томпсон. Слышал? Он пишет. Пишет? Записи есть. Записи беги. Есть. Записи есть, глухнуть. Хорошо, запись. Так, значит, он где-то в холле. Да. Записи в блокноте есть. Полтергейст входит в эту. Возможно. Идем. Нет, ну не факт. А МП сколько было? Я не знаю, я даже не... К вам иду. Давайте идем. Взял МП? Да. Ну так стой с ним, в смысле. Или положи его уж. Куда бы соль насыпать? Ой, дверь в ванну. А отпечатков нету. Открылась. МП2. Я тут соль насыплю в ванну. Давай. Дай нам знак. Дал. Вот он. Дал. МП4. 4, не 5. 5! МП5! Куда кинуть? Понятно, уходим отсюда. Давай.
МП5. 100%. Это точно, дух, да? Тень, либо мюлинг. А, значит, не полтора. Не полтора. Так, я видел какого-то деда. Тоже. Дай нам знак. Вот сюда положу благовоние и зажгу его, когда надо будет. Он опять идет. Зажег. А, вот он, вижу. Вон он. Да, видел. Стоял. Все, его спугнуло благовоние. Давай, иди на крест, скотина. Иисус меня спасет. Вот он. Ой, он с серпом. Антон, аккуратно. Я его контролирую. Он тебя убили? Он меня убил. Крест ему не страшен. Он не убил. Крест не страшен, уходим. Включайте сейчас. Я сфотал его. Ой, походу кого-то сейчас грохнуло. Он закрыл. Прячься. Не шумим. Тихо, блин. Жопа. Фу. Ну, наверное, это отпечаток. Я сфотал? Мертвое тело я сфотал только. Почему-то мне мертвое тело зашло. Ладно, пофиг. Наверное, все-таки мюлинг, наверное, да. Потому что, ну, радиоприемника нету. Наверное, давай, отпечатки мюлинг. Где-то. Все, давай, мюлинг. Мюлинг. И 3 поставил? Нормально. Во всяком случае, да. Ну что, проверяем. Вась, ты тоже можешь поставить. Нет, он не может поставить. Может. Он умер же. Он может поставить. А, ну поздно. Это дух. Это, блядь. А с какого фига? Вот у меня вопрос. Я так и знал. Ладно же.